На внеочередном заседании Рязанской городской думы фактически было объявлено о начале конкурса на должность главы администрации города. Напомним, что должность сити-менеджера стала вакантной после ухода Виталия Артемова по семейным обстоятельствам в конце октября. Сейчас обязанности главы администрации исполняет Светлана Горячкина. В итоге депутаты на сегодняшнем заседании своим решением утвердили персональный состав комиссии по проведению конкурса. Всего в комиссии будет 10 человек – 5 от Рязанской городской думы и 5 от губернатора. Депутаты включили в комиссию заместителей главы муниципального образования Ларису Максимову и Петра Поленка, первого заместителя Александра Чайку, председателя комитета по организации работы городской думы, регламенту и депутатской этике Сергея Самарского, а также заместителя начальника правового управления думы Елену Филянову. Далее конкурсная комиссия рассмотрит заявки кандидатов. Программы претендентов на пост главы горадминистрации заслушают 12 декабря в Малом зале горадминистрации, а непосредственно сам конкурс на должность сити-менеджера должен будет состояться 15 декабря. Условия конкурса и проект контракта с будущим главой исполнительной власти опубликуют в газете «Рязанские ведомости».